Тренера по футболу спортивной школы номер 4 Магадана Алексея Бирякова уволили в связи с неисполнением должностных обязанностей. По словам сотрудников спортшколы, он систематически нарушал трудовую дисциплину спортивного учреждения. На дату увольнения Алексей неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности. Также на момент увольнения тренер уже имел 4 дисциплинарных взыскания, но замечания руководства никак не повлияли на его поведение, отметили в учреждении. Он продолжил нарушать трудовую дисциплину, прекратил появляться на рабочем месте в установленные правилами внутреннего трудового распорядка время, в связи с чем руководителем, директором спортивной школы номер 4 был вынесен приказ о привлечении его к дисциплинарной ответственности в виде увольнения. Тренер не согласился с приказом об увольнении и обратился с исковым заявлением в Магаданский городской суд, но иск тренера не удовлетворили. 24 ноября суд вынес решение о том, что действия работодателя спортивной школы номер 4 Магадана являлись законными.